Школа бокса готова принять в свои стены воспитанников возрастом от 10 лет. В тренажерном зале поменяли стеклопакеты, обновили полы, закупили новый спортинвентарь благодаря национальной программе. Также сотрудники подготовили документы на ремонт фасада здания, раздевалок, душевых кабин. Со спортсменами занимаются 8 тренеров. В этом году учреждение примет одну группу начальной подготовки. В этом году у нас только будет одна группа набора начальной подготовки, группа «Молодой тренер». У нас второй год работает, набирает детей, 15 человек. У него будет, ну, это минимум. Так вообще планируется 16 групп, там и начальной подготовки разные, год тренировочного, тренировочные группы, и также группа спортивного мастерства. 116 человек.